Сегодня я нахожусь в Адлере, в районе Голубые Дали, верх даже курортного городка. И с вами рассмотрим жилой дом, который находится на пересечении улицы Троицкая и Изумрудная. Важный, установлены два лифта, вот такой вот лестничный марш, дом комфорт-класса. Вот так вот выглядит придомовая территория. Есть подземная парковка. Давайте сейчас мы с вами пройдем, посмотрим несколько вариантов квартир. Мы находимся на первом этаже, 66 квадратов. Вот такая вот угловая. 3 миллиона 960 тысяч рублей. С газовым отоплением. Все центральные коммуникации. Окна выходят у нас на проезжую часть. Квартира имеет балкон. Балкончик небольшой такой вот. С видом у нас окна на детскую площадку. Вот такая вот квартира. Давайте пойдемте в следующую посмотрим. Следующая квартира у нас противоположную уже сторону. Имеет 4 окна. Площадь ее 54,7 квадрата. Стоит 3 миллиона 730 тысяч рублей. Доплата за газ тут 130 тысяч рублей. Вид у нас на придворовую территорию. Небольшой балкончик. Отсюда вид на соседний дом. Это квартира, двухкомнатную полноценную квартиру. Площадь позволяет. Неплохой вариант. По 60 тысяч за квадрат сданный дом. Статус квартиры. Вот такой вот лифт здесь. Грузовой большой. С часами даже. Пятый этаж. И разговаривает еще. Настроение понимает. Такой вот коридор. Поднялись мы на 6-й этаж. Похожая квартира, как на первом этаже. 57,4 квадрата, 3 миллиона 730 тысяч рублей. Здесь уже, конечно, по 65 тысяч рублей за квадрат. Отсюда мы видим вид у нас на парковку, на соседний дом. Здесь соседние дома ничего вам не закроют вид. Также имеется здесь балкон. И вот с балкона у нас потрясающий вид на море. Как вы видите, сегодня у нас погода пасмурная. Волны. По 65 тысяч с видом прекрасным на море. Я считаю, это очень хороший вариант со статусом квартиры в сданном доме с газовым отоплением. Такие цены, в принципе, в районах типа Соболевки, я не знаю, Лысой горы, и то там на этапе строительства за такие деньги. Ну и также на 6-м этаже вот такая вот квартира, 66 квадратов, 4 миллиона 300 тысяч рублей с балконом квартира. Здесь у нас зона кухни, здесь подразумевается у нас санузел и гардеробная. Ну, такую квартиру можно, в двухкомнатную квартиру, выгородить с полноценной кухней. Также здесь боковой вид на море. Как вы видите, сегодня плохая у нас пасмурная погода, но вот это вот морская гладь. Вид у нас на подъезд и на парковку, на детскую площадку. Достойный вид также на холмы, то есть неплохая квартира в данном доме, повторюсь, по 65 тысяч за квадратный метр. Друзья, мы с вами рассмотрели несколько вариантов квартир жилого дома на Троицкой и Изумрудной, пересечении улиц.
Если вас заинтересовало это предложение, связывайтесь со мной по телефону, по Вайберу, по WhatsApp, как вам удобно. Но мы двигаемся дальше. Всем пока!